Назовитесь, пожалуйста. Андрей, где родились? Иркутская область, город Братск. Где зарегистрированы? Дмитровский район, поселок Новое Гришино. Где проживаете? Проживаю в данный момент в деревне Лаптево у друга. Вы ранее судимы? Нет. Скажите, пожалуйста, за что вы задержаны? Задержан за убийство. Как это произошло и при каких обстоятельствах и когда? Произошло это вчера. Точно. Число? Сегодня... Сегодня 14-е. 13 числа мы с другом приехали, чистили платформу. Вы чистите платформу, вы здесь по найму работаете? Я не успел еще официально устроиться сюда. Не успели, но это ваш объект? Да. Который вы закреплена должны были... за мной. За вами закреплена. То есть вы должны были убрать платформу? Да. Во сколько вы с другом приехали? Приехали в районе 4. В районе с 4 до 5 зашел в магазин, взял 2,5 коктейля. Алкогольного? Да. Так. Пришли на платформу, начали чистить. Потом спустя какое-то время, не помню, подошел тот, которого я ударил ножом несколько раз. Вы видели, откуда он подошел? Да, он подошел с конца платформы. Шел нетрезво, шатался уже. Ваши действия кто-то видел из граждан еще? Здесь не знаю, возможно, находился? Возможно, кто-то и видел со стороны. Но на платформе никто больше не было, кроме нас троих. Понятно. Что-то есть вам еще добавить? Нет. Откуда у вас на голове повреждения? Недавно случайная травма произошла. Уснул пьяный, сигареты, шар загорелся, капнул. Эта травма не связана со вчерашними событиями? Нет. Содеянным раскаиваюсь. Обнаруженная рукоятка ножа. В 5-7 метрах от платформы. В снегу справа от дорожки по ходу движения поезда.